Доброе утро! Вы смотрите «Утро» на 7-м канале. Мы продолжаем рассказывать самые необычные рецепты приготовления вкусных, а главное, полезных завтраков. Сегодня мы, как всегда, в ресторане «Тратория Сольди» на греческой 1А. И сегодня будем ломать всякие овсяночно-яичные стереотипы и готовить норвежский завтрак. Здравствуй, Женя! Здравствуйте! Как всегда, ты наш несменный повар с новыми рецептами. Что у нас сегодня для завтрака нужно? Семга нужна, желток, паприка, кунжут, имбирь маринованный, лук кремский, лимон, черный хлеб и сыр Филадельфия и зелень. Угу. А как долго мы сегодня будем готовить завтрак? Ведь утром каждая минута дорога. Ну, я думаю, что минут 20 вложимся. В принципе, это прекрасный хронометраж для приготовления завтрака. Стартуем. Итак, берем семгу, нарезаем мелким кубиком для того, чтобы замешать нашу начинку для наших котлеток. Ага, то есть это будут рыбные котлетки. Да. Ну, знаешь, семга весьма такая дорогая рыбка. Может, как-то норвежцы могут поскромнее завтракать, если они в Одессе? Ну, в Норвегии с рыбой нет проблем, поэтому они любят вкусно, жирненько покушать с утра. У них холодно, так что им питательный завтрак нужен обязательно. Ну, у нас в Одессе тоже, в принципе, холодная зима, поэтому оправдать калорийный завтрак мы можем с точностью. Итак, семгу нарезали. Берем немножко имбиря маринованного, тоже его мелким кубиком, нарезаем. В общем, все наше блюдо режется кубиком мелким. Угу. А можно в теории все это обработать в блендере? Можно, но это будет не то. Совсем другая текстура. Да. Берем лук кремский. О, буквально кусочек нам нужен. Совсем маленький ломтик. Нарезаем также кубиком. Нарезали, отправляем сюда же. Теперь добавляем желток. Угу. Только желток. Белок только... нам не понадобится. Нет. Немножко кунжута для усиления вкуса рыбы. Паприки немножко для цвета. Немножко непривычное сочетание рыбы и паприка. Как-то это не для консерваторов кухонных. Ну, пускай так. Поэтому мы будем ломать стереотипы и учиться готовить оригинальные завтраки каждый день утром на 7-м канале. Для этого нам понадобится гриль. Немножко обливаем маслом. Ставим пергамент наш. Поливаем снова чуть-чуть маслом. А зачем пергамент? Пергамент, чтобы не липло к сковородке. Угу. Так, все вымешали. Получилась у нас такая однородная кашица. Затем мы ее берем и формируем такую небольшую котлетку жирненькую. Угу. Затем вылаживаем ее на пергамент и обжариваем. Котлетки наши уже обжарятся, а тем временем у нас остаются еще неиспользованные компоненты. Хлеб. Берем хлеб, берем сыр наш Филадельфия тоненьким слоем, добавляем пикантность нашему завтраку. Он очень мягкий, приятный, полезный. И к тому же, опять же, это белок, который гармонично вливается в наш белковый завтрак. Итак, разрезаем. Выкладываем нашу тарелочку. Угу. Затем берем лимон. Рыба без лимона никак. Продукты, которые, как повара говорят, дружат между собой, да? Совершенно верно. Я уже немножко подслушиваю, и хорошо, что мы не только готовим, но и учимся чему-нибудь интересному вместе утром на 7-м канале. Так, берем листик латука, нарезаем его такими крупненькими полосочками, выкладываем в нашу тарелку, и наша котлетка из семги готова. Перекладываем на листья, ставим дольки лимона, посыпаем еще чуть-чуть кунжутом. И так как мы ее не солили, немножко солим. Буквально несколько граммов соли. Да. И перчим. Все, наше блюдо готово. Приятного аппетита. Евгений, вы эстет, это потрясающе. Наверняка это еще очень вкусно, но кроме того, так просто приготовить красивый завтрак вместе утром в ресторане Сольди на греческой 1. А вам приятного аппетита, ну а я буду пробовать. На самом деле, очень вкусно. Не поленитесь и готовьте завтрак вместе с утром на 7-м канале.